Есть клиенты, которые пытаются переманить ведущих проекта. Здесь один рецепт, чтобы вел проект один, а исполнял его другой. Ну, как бы аккаунт и исполнитель. Но иногда это не у всех получается, просто иногда пиар-агентства довольно маленькие. Но это все не страшно. Страшно, когда пиарщик, аккаунт или исполнитель, или аккаунт и исполнитель в одном лице начинает предлагать свои услуги напрямую клиенту, с которым он работает. Тем самым подставляя дико свое агентство. Ну, типа, давайте работать со мной напрямую, там это будет дешевле, агентству не переплачивайте. Он же еще не понимает, что он сделает свою работу некачественно. Он предлагает и подставляет тем самым вообще всю отрасль пиар. Но самое главное, он подставляет агентство, которое его наняло на работу. Так вот, за такие вещи, если вы услышите, во-первых, нужно увольнять, сообщать в дисциплинарные всякие комитеты, заносить черные списки. И вообще за предложение услуг пиарщиками агентства напрямую клиенту нужно расстреливать, снимать скальпы, вешать, четвертовать, колесовать, а также сажать в женской одежде, если это мужчина, или сообщать, или наоборот. Короче говоря, налобное место таких пиарщиков.